Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему городку, городу Санкт-Петербургу. Хороший у меня город. Дом купца Ригина, доходный дом. Фонарный переулок 5, Декабристов 9. Дом купца Ригина. 1842 год, архитекторы Кириллов. В 1880 архитектор Шестаков Сергей Осипович. Перестройка. Данные я беру с сайта City Walls и немножко из Википедии. В этом доме жила Алексеевна Сергеевна Соловьева. Юлиан Константинович Шуцкий. Родился в 1790 году в Екатеринбурге. Окончил Петроградский университет. Работал в Институте востоковедения и в Эрмитаже. Владел многими языками, в том числе китайским, японским, корейским, санскритом. Высшей точкой его научной карьеры считает перевод величайшего образца классической китайской литературы «Книги перемен». Шуцкий успешно защитил докторскую диссертацию по истории этого памятника. Ровно через два месяца его арестовали на даче по сфабрикованному делу об антисоветской анархо-мистической террористической организации ордена тамплиеров. На втором допросе Шуцкий, не выдержав моральных и физических пыток, подписал признание. А уже 18 февраля 1938 года выездная комиссия приговорила его к высшей мере наказания по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Статья 58, 58, 11. В этом доме жил композитор, музыкальный критик Витлз, поэтесса, переводчица, издательница Соловьева. Ну, очень мало данных по этому дому. Вот все, что мне удалось найти в Википедии и на сайте City Walls, я вам озвучил. Все, всем привет. До свидания. Это был дом по Фонарному переулку 5, Декабристов, улица 9. Пока-пока, до свидания.